И сейчас с нами победители WDSF Open Standard. Мы поздравляем вас с сегодняшней победой. Турнир называется «Сюрприз». А была ли эта победа сюрпризом для вас? Безусловно, наша победа стала для нас сюрпризом. Как вам танцевало здесь сегодня? Замечательно, очень приятно. Удивление, хорошо. Приятная атмосфера, шикарная музыка, большая площадка. Упс, извините, упала. Все было здорово. Как считаете, какой танец лучше всего получился сегодня? Наверное, медленный вальс. Я тоже так думаю. А на тренировках какой дается сложнее всего, какой отнимает больше всего времени? Танго. Наверное, танго, да. Расскажите о ваших педагогах, с кем вы работаете. Мы работаем со Станиславом Анатольевичем Бекмаметовым и Натальей Урбан сейчас. Да. Раньше танцевали за этот клуб. Да, а сейчас представляем Словению и выступаем тоже за Словению. Как ощущения от выступления за другую страну? Ничего особенного, так же, как и за Россию, просто, чуть-чуть по-другому объявляют потом. Главное, танец. Да, согласна. Поздравляем вас еще раз, спасибо за интервью и удачи вам на паркете, спасибо. Спасибо.